Приветствую всех, кто смотрит. Сегодня решил записать Battletech. Это пошаговая стратегия. Начнем новую кампанию. Довольно долгие загрузки. Игра создана по вселенной Мехвариора. То есть... I am Kamea of House Arano, High Lady of the Oregon Reach, Protector of Coromadir, and the Sword of Restoration. But I am not a hero, no matter what the stories say. A hero would have sacrificed more, compromised less. A hero would have done better. You know this, of course. You were there. My father used to tell me stories about the ancient times, about the Star League, a golden age of prosperity. Upheld by the great mech warriors of old, guardians of the innocent, protectors of the peace. I always dreamed of following in their footsteps. I was too young to see the truth of things. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. Hiring you. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you. Итак, нам предлагают создать персонажа. Десятилетия назад ваша семья переселилась в предел ИС. Смотрим. От этого выбора зависит, так сказать, некоторые базовые характеристики нашего героя. Здесь они не указаны. Сидят описание только этих домов и фракций. Пожалуй, Зверанское содружество начнем.
Я всего озвучивать не буду. Можно будет почитать все это дело. А вот здесь уже указаны плюс один к стрельбе, к тактике. Плюс один к пилотированию, к тактике. Тактике к стойкости. В принципе, можно даже отыгрывать какую-то роль. Роль наемника, гладиатора, пирата и так далее. Пойдет. Рад гладиатор, наемник. А за пиратов поиграем. В принципе, это меняет только базовые характеристики, ничего более. Выбор внешности. Ну и рожи у них у всех, да? Как мы обзовемся? Да как обычно, наверное. Пойдет. Слишком. Все рожи можно настраивать. Тут 26. Все какие есть. Более-менее пойдет. Либо 3, лотирование 2, тактика 2, стойкость 4. Побольше будет жизни, так сказать. Во время загрузки даются кое-какие советы по действиям. Ну, поехали. Command interface initiated.
Это обучалка. Вот и... Ладно, поехали. Выбираем персонажа здесь. Вот экран нашего боевого робота. По повреждениям. Торса со спины, с этой стороны оружие, какое у него повешено. Дополнительно есть ближний бой, то есть он может ударить. Смерть с небес, он может напрыгнуть с помощью прыжковых двигателей, но при этом повреждая ноги, но нанося противнику большой урон. Так, из опций хода у нас пока доступно. Это обучающий только ход вперед. Табом можно переключать цели. Так, оружие можно некоторое отключать, чтобы не перегревался. Но тут этого не нужно. Так, вот когда цель находится в таком положении, в лесу, к тому же передней частью к нам, у нее наиболее мощная защита, ее можно и не пробить сразу. Дополнительно у цели появляются такие бафы, усиления. А вот карман наиболее слабое место брони, тут 7 из 7. У каждой части свое бронирование. Плюс оно разделено на две части, то есть верхняя полоска белая обозначает броню, а серая обозначает внутреннюю структуру, так сказать, то есть которая тоже имеет свою прочность. Во время стрельбы робот перегревается. Вот эти характеристики указаны здесь. Ну и здесь тоже. То есть белая полоска — это основная броня, серая — внутренняя структура, а красная полоса ниже — это перегрев. Когда используется оружие, прыжковые двигатели и так далее, это все приводит к перегреву. И впоследствии может привести даже к отключению, к пропуску хода, можно сказать, или двух. Ниже полоска, ниже перегрева — это устойчивость. То есть противника или нас могут реально так ушатать, что робот может упасть.
выбор хода двойным нажатием. То есть первое нажатие указывает, куда ему идти. И вторым можно развернуть торс. Развернуть наше орудие в любом направлении. Эти сектора указывают дальность пушек. Ближний, средний и дальний сектор. Перегрев. Ну тут свет по триггеру в обучалке, поэтому избежать этого нельзя. Ближний бой, то есть можно бить руками, ударить ногой или головой, пойти на таран, типа такого. Так, выбрать, с какой стороны еще есть такое, но здесь мы этого не можем. Вперед! Так, спринт позволяет бежать дальше, чем просто идти, но лишает возможности выстрелить после хода. Убирается уклонение. Вот здесь уже можно выбрать, просто идти или бежать. Successful. Ну, это была самая первая тренировочная тренировка, так сказать. I remember the Oregon Reach of old, the time of the Great Expansion. I was just a boy then. Proudly we went forth, bringing the light of our coalition to so many systems. And for what? To see our great kingdom slowly waste away? Year after year, the Council deliberates while our economy falters. And the wolves bay at every door, while covetous neighbors plot against us. Well, I say, it can go no further. We are here today because if Lady Orana will not act, someone must. I know what I'm asking of you. You will face former comrades, or even loved ones, on the battlefield. I take up arms against my own niece. But remember, today we sacrifice so that tomorrow we can return our kingdom to its proper glory, to its proper strength. So should you fall tonight, know that you did so as true heroes of the Reach. To your stations, for the Directorate!
Так, то была тренировка, а сейчас начнется, так сказать, тоже тренировочный бой. Ну, не совсем тренировочный, но тоже там все по триггеру, так что ничего особо изменить нельзя. То есть исход этого боя изменить нельзя. А вот после него уже начнется наша карьера с полным доступом ко всем дополнительным изменениям, улучшениям и так далее, набором команды. Заменой деталей роботов и так далее. То есть пока у нас к этому всему доступа нету. Так, вот у нас наша команда состоит из трех. Собственно, мы, так, принцесса Камея и наш учитель, так сказать. Так, на чем? На Кентара. Так, большое количество РМД, то есть ракет малого радиуса действия. РБД ракеты дальнего, эслазеры средние, тоже на ближнюю дистанцию, ну на среднюю. Так что со средней дистанции это довольно убойная штука. На Центурионе это уже робот потяжелее, ну того же класса. Так, АП автопушка. Два лазера и ракеты дальние. А у нас две автопушки, два АП-2. Они более дальнобойные, но меньше урона. Четыре лазера это с одной стороны хорошо, но с другой плохо. Больше перегрева. Ладно, чешем вперед. С гвардией. Так, ладно. Куда не полезем, пойдем по дороге. Давай двигай. Противник пока. Нас не видит, может так сказать. Так, надо бы сначала расставиться, не влезая в эту зону. А, вот пройти уже не могу, мешаются те двое. Зону пока входить не будем. Надо поставить на дистанцию огня. You have my attention. I'll make it happen. Чтобы ударить смогли все. Так, поехали. Location confirmed.
Fall back, Camille. Get behind us. You didn't train me. Они собираются нам навесить, ну сейчас. Так. How can I help? Давайте с места. Брони у них практически нет. Кого больше оружия? Так, у этого большой лазер. Ракета малого действия, у этого оружия побольше. С этого и начнем. Взрыв боеприпасов. Половины пушек лишили. Вот если желтый, значит можно просто подойти и ударить. Так, у него укрытие есть. Поэтому так и сделаем. С этой стороны, чтобы быть торсом к другому. Наиболее толстой броней. Опа, уклонился. Ну тогда просто вдарим по нему. Так, пушки тут. Вероятность попадания 40%, потому что они слишком дальнобойные. Ничего из всего, что есть. Пробили. Центр торса пробит. Второй даже еще в бой не успел вступить. Так, здесь скилл. Захват цели. Дальний. Те цели, которые мы еще не можем видеть. Которых нет прямой видимости. Также многоцелевой залп. То есть можно распределить оружие одними пушками по одному, вторыми по второму. По тактике. Пассивка. Плюс один к инициативе. То есть ходит первым относительно других своего класса. На, держи. Целая почти что. Так, не можем. Не в том положении робот находится. Ладно. Возможно, навестись. Всего, что есть. То есть, когда мы отстреливаем руку и плечо, то все остальное прилетает в торс. Игнорируя уже потерянные части. Нужно туда, вон отметка цели. Copy that. I'm on. И встаем по центру дороги, чтобы остальные тоже могли пройти. Got a sensor tray. Не создавать живую стену, так сказать.
Там кто-то есть. Танки или машины. Танки опасны не количеством брони как таковой, по сравнению с роботом брони у них. Вот наплакал. Но они могут нести довольно мощное оружие. Обоим. Так, дальние цели. Раз цель. Два цель. Вот так остался. То есть должно быть АБ, а тут БВ. Так. Так, по цели А. Неверное обозначение. По дальней цели РБДшки пойдут. И два лазера, а по ближней ракеты малого радиуса. Вот так. Минус два. Another enemy casualty. Далековато. Бежать. Но стрелять уже не можем. Понадеемся на уклонение. Четыре шеврона. Так, перегрелась. Может выйти на удар? Может. На ударную позицию. Так. Ракеты можно не тратить. Одной пушки хватило. Заряды пушек и ракет заканчиваются. В отличие от энергетического оружия. Так, нет, ей надо остыть немножко. Перегрев был. Ладно, так. Вот еще, когда стреляют больше 2-3 орудий одного типа, перегрев возрастает. Отключим один лазер. Перегрев сразу раз. Вдвое меньше. Проломили броню. И так сказать, идет штраф по перегреву при действии однотипного оружия. Вот во время бега и остынет робот. Опять нас атакуют. Александр! Бомбардировкой разнесли полгорода. All
called Espinosa Forces. This is Lady Victoria Espinosa. Lady Arano is to be apprehended and taken alive by my command. Fail to follow these instructions, and you will have me to deal with. I'm moving. Вот будет укрытие, уклонение, а еще бастион. То есть он на 60% где-то. Уменьшение урона на 20%. Так, кто там? Нам противостоит Лакуст. Это самый легкий из роботов. Цикада. Тоже так. Легкий класс. Спайдер. Это уже ближе к среднему классу. Так, с двумя лазерами. Две ракеты и лазер. Три лазера. Вот этого с ракетами. А, держи. Не удержал. Спайдер очень шустро набирает уклон. И его довольно сложно попасть. Так, куда бы так переместиться, чтобы побольше уклонения, прямой наводкой. Красная линия также показывает, бьем мы прямой наводкой или можем только навесить. Так, двойная цель у этого. По той цели ракеты 70%, а по спайдеру всего 50%. Поэтому делим. Все, ракетное оружие пойдет по цели А, все лазерное по цели Б. В голову пилот ранен. То есть вот эти нижние отметочки, это означает, сколько ранений может получить пилот. Пилот получает ранение в случае падения, попадания в голову, или если уничтожают боковую часть торса. То есть, в принципе, можно убить пилота, оставив роботы, можно сказать, невредимым на запчасти. Так, цикада набрал уклона. Немножко слишком дофига спайдера. Уклон сняли. Так, у нас дальнобойный, поэтому лучше дальнобойными пушками отойти на дистанцию. Которые более вероятны попадания. Ладно. Спайдера огреем. Из всего, что есть. Пилот ранен. Бок торса уничтожен. Attention, citizens of Coromadir 6. This is Lord Santiago Espinosa. With the unanimous support of the founding houses, I have assumed control of the Oregon Coalition. For your own protection, I urge you to remain calm and stay indoors until otherwise instructed. All hostile units
stand down, and you have my oath that you will not be harmed. Resist, and you will be fired upon. Так, делим цели. My father placed his faith in that man. I gave him my trust. He was family. Разделяем цели не для того, чтобы попытаться его пробить, а чтобы снять вот эти вот шевроны уклонения хотя бы одним лазером. Попадем — хорошо, не попадем — тоже ничего. Уберем немножко уклонения. Вот, недееспособен. Попал. И хорошо так попал. Заходит со спины. Точно, на спине самая тонкая броня. Но это ему не поможет. Подпинаем. Не пробил. Но сняли уклонение. Также подпинаем. Если уж он пришел к нам почти вплотную, зачем тратить на него снаряды? Челнок, который должен нас забрать, а также челнок, который привез противнику подкрепление. Так, две машинки, 35 тонн, 25 тонн. Погнали. Роджер. Уничтожить технику, добраться до зоны посадки. Все должны выжить. Опять пробежимся. Не надо так стараться разворачиваться центром торца, самой толстой броней. Так. Бить не можем. Ну да ладно. Близко подошел. Ему же хуже. У этих машин может быть даже и неплохая броня. Ну, относительно неплохая. Но вот физического удара от робота они не выдерживают. То есть его можно просто наступить на него и раздавить, как таракана. Так, бьем того дальнего. Affirmative. Лазеров, наверное, можно выключить, чтобы сильно не грелся. Say goodbye. Подстоит еще. Это еще не все подкрепление, которое там было. Так. Вот так. Давим его. Вперед.
Лес, лес бы еще найти, вот лес. Confirmed. Чтобы можно было спрятаться. Не в том направлении будет. Copy that. Лес увеличивает вероятность промаха по нашим машинам. Кто это? Балеринка. Тоже машина нашего класса. А там еще и башня. Ну, пока не плывем с места. По нескольким целям можем? Можем. Но не будем. Из всего, что есть. Брони побольше уже. Не такой хилый, как те. Камея разберется. Башней и этому навесим. Так, три ближних ракеты пойдут в пушку. Все остальное работает. Турель? Какая турель? Так, вторую турель тоже надо вынести. Набрать ногу уклонения не получится. Пушками достаем, остальные не достают. Это плохо. Значит, этого окучиваем. I've got your back. Не было разделения цели. А, Б. Б у нас пойдут ракеты. Ай-ай. Ногу отстрелили. Падай. Потрепали немного. Принцессу добьют. Перегрев. Так. Мультицель. Так. По пушке у нас пойдут ракеты. Лазер выключим. Так. Все это пойдет. Вот так. Лазер и ракеты пойдут по пушке, по турели, а ракеты с малого радиуса по роботу. Не хватило. Бог тоже уничтожен, ты вот ранен. Тут разделения нету.
посмотрим, что у него осталось из орудий. Так, автопушка осталась. С лазер, ну много урона не нанесет. А там два с лазера и пулемет. Спилим. Нога у него не оторвана совсем, но выведена из строя окончательно. Выведи из строя вторую ногу. Робот не сможет продолжать бой. Наведения по частям тела у нас нет пока. Это тоже будет позже. Пробили. Теперь добежать до точки. За один ход не добежим. Добежим по два. Acknowledge. I'm moving. Thank you, Sir Rashu. Thank you both. I won't forget what you've done for me today. Тут добежать туда и все. Итак, первую миссию, так сказать, мы прошли. Обучалку прошли, а дальше будут уже доступны почти все функции управления нашим отрядом, нашими роботами.
И вот нас подобрали после этого боя наемники, к которым мы присоединимся. Итак, мы вступили в наемника. И теперь мы командир отряда. Но это, так сказать, наш первый реальный бой. Тут нужно скорее сохранить отряд, никого не потерять. Ну, на этом мы пока закончим, наверное. Продолжим в следующий раз. Так что, всего хорошего. Всем пока.